говорила, что вот я хочу, вот, что у меня это не совсем... Последние штрихи уже. Кончилось и выглядело как будто разрезано. Вот Иришке вручили сертификат. Тебе не кажется, что здесь Макс похож на Бопрос? Ну, что если ему сделать большую шевелюру? Да, если, то Бопрос похож на Макса. Не наоборот. Говорит, что у него такие раньше были большие волосы. Поздравляю. Спасибо, спасибо, спасибо. Опять видео делаю. Потому что тот, по-моему, у меня не получилось. Вот, молодец, Иришка. И еще сфоткаемся. Pardon. Что тебе дали? Серебряную медаль? Золотую? Первый модуль. Да. Все, это вот уже конечная работа. Многие люди уже уехали. Померяй 5 штук. Заканчивает. Первый, да, заканчивает. А где там? А где цветочки уже убрали? Какие? Тут были? Здесь а, да? Картина именно. Съели. Все съели. Ну ладно, окей. Ну так, по чуть-чуть показала. Что есть? Скажи ей, что когда ты на нас дописываешь, это не значит, что у нее там краски какой-то минимум должен оставаться. Это... Очень ответственная работа. Ein Hauch noch von übrig sein nach außen hin. Очень ответственно. Это не значит, что вот чем осталось, тем и допишу. Нет.